Всем привет, и с вами Виталий Кубик. Продолжаем серию Finger Beat. Все в ссылках в описании, если что, все предыдущие видео. Не рассказываю, что это значит, если что. Ну, то есть это всякие разные трюки, да, которые были вот у нас в том видео. Всякие вот такие трюки. Вот. А сегодня будет видео коротенькое по поводу того, не как, не сами комбинации, а как их можно... скажем так, запускать. Значит, у нас есть, во-первых, сейчас. Во-первых, у нас есть цикл. Во-вторых, у нас есть реверс. В-третьих, у нас есть цикл реверс. В-четвертых, у нас есть бат and бен. И в-пятых, у нас есть intricate бат and бен. Значит, это у нас цикл. Сейчас напишу. Значит, вот так это все выглядит. То есть цикл, реверс, реверс цикла, button band. Сейчас поясню, что такое intricate button band. Вот это вот последние два пункта, они прям самые интересные. Значит, цикл, ну понятно, гамма. Или серия этим, или как он там, не помню, как он произносится, позор мне. Сегодня помнил. Ну и так далее. И реверс. То есть вот я как раз делаю цикл, реверс цикл, да, то есть вот. Заметьте, если я сделаю просто реверс, это будет выглядеть вот так. Все, трюк кончился. Если я сделаю просто этот, короче, топ-трюк, то это будет выглядеть вот так. А с циклом это, соответственно, выглядит до бесконечности. А button ban это, короче, это как в одну сторону и в другую сторону. Только если я напишу гамма, что but and бен гамма равно, вот я сразу говорю, это не равно, гамма с стрелочка гамма с реверс. Почему это не равно, сейчас объясню. Значит, для начала еще написано button бен, то есть вот button бен, да, гамма, гамма цикл реверс. Button, сейчас, button бен это вот такая штука. А что такое вот это вот? Это у нас гамма цикл, даже не цикл, а даже просто гамма и гамма-реверс. А потом это уже все в цикле можно сделать. А, гамма и гамма-реверс, это получается раз, два. Раз, два. Видно, в чем разница, да? То есть я два раза поднимаю крайние пальцы. Соответственно, если я сделаю, например, button ban, вот этот сиретим, или, блин, сейчас, секунду, давайте я посмотрю. Да, короче, посмотрел, это сиретим называется. То есть, если я сделаю button band сиретим, это будет выглядеть вот так. Ну и так далее. Вот, а intricate button band, это, короче, сейчас я напишу приблизительно формулу. Вот так это выглядит. То есть, intricate button band, опять же, я... Вот intricate button band, да, это полностью, если читать... Ну, end как бы все равно написано это амперсантом, но неважно. А сокращенно int by ampersand b. То есть, intricate button band читается. Это button band в одну сторону, потом button band в другую сторону, и все это зациклено. То есть смотрите, как это выглядит. Сейчас, секунда. Да, точно вспомнил. Значит. Сейчас. Еще раз. В одну сторону, в другую сторону. Теперь реверс button band, то есть я делаю вот так и вот так. Дальше, дальше, то есть давайте прям буду показывать. То есть button band первая, дальше у вас вторая буква B, это сюда. Дальше у нас button band reverse, это значит, что мы начинаем с мизинца. Раз, два, три, четыре. И вторая буква B в обратную сторону. И мы переходим в button band первый. То есть это как бы тут цикл получается. То есть мы делаем в одну сторону, потом в другую сторону, и в другую сторону обратно опять. Потом опять, ну, то есть вот, не знаю, плохо получается. Значит, ну давайте я покажу коротенько трюк, который я сегодня практиковал в библиотеке, пока сидел. Так, значит, трюк такой. Раз, два, три, четыре. Сейчас. Сейчас, еще раз.
Ну, короче, понятно. То есть делаю в одну сторону, потом начинаю с этого пальца, и он как бы центральный становится пятый. Тот, который постоянно повторяется. То есть чередуется сперва первый, потом мы делаем раз, два, три, четыре, да? Потом пятый. Получается, раз, два, три, четыре. Ну, вот и все. Вот, короче, практикуйтесь, ребята. Пишите комментарии. Вот, всем пока.